Приветствую. Амурчане просили передать поклон. Амурчане в его сердце. Дочь Юрия Лешко, Елена Лазутина, уверена, Приамурье и город Благовещенск отец любил больше других городов и регионов. Хотя в его жизни были и Геленджик, и Якутск, и Владивосток, и Москва. Вы знаете, вот я вспоминаю, у меня такие подростковые, что ли. Я приехала сюда уже после окончания школы. Вот он идет по улице, по набережной, идет и поет. Поет, но так громко, вот прям на всю улицу поет. А мы рядом, вот Иришка, сестра, мама, прям, ты что делаешь? Давай потише, люди кругом. А ему настолько хорошо. Поэтому никаких сомнений, что премия имени Лешко должна вручаться в Благовещенске, у дочери не было. К тому же Амурское региональное отделение Союза архитекторов инициативу поддержало. Премию имени Юрия Лешко планируется включить в рамки ежегодного конкурса «Профи». Но вручать ее будут только за заслуги в градостроительстве. Я хочу, чтобы эту премию получил человек, который оставил большой след в городе Благовещенске. В виде памятников, стел, в виде обычного дома, тот след, который заметен. Это будет наша благодарность, наша память об этом человеке, который не в деле сейчас в силу возраста, но в профессии останется навсегда, как и Юрий Лешко. Обсуждаются сейчас и инициативы по созданию мемориальной доски и переименованию в честь Лешко одной из городских улиц. Это предложение от бывших коллег и просто друзей Юрия Лешко, которые хотят, чтобы его знали и помнили в Благовещенске. Спасибо всем, кто верит в меня. Я хочу сказать, что я буду стараться работать так, чтобы не подвести никого. Марина Евсеева, Василий Пронькин, Альфа-Новости.